идет кто-то. Территории полиции. Да может. Птички, птички как. Ой, а что-то они там едят. Их так много. Ну что, пройдем с ним? Ага, сейчас. Пойдем, да, птичка. Потом обратно сфоткаем мы. А, ну я этот фасад еще надо сфоткать. Сахар. Что они едят? Угорки там какие-то. Ага, летели. Вау, сколько всего. Это земля. Это земля. С чем-то. Подожди. Навоз, точно. А я думаю, чем пахнет так сладко? Ну, вот они, я думаю, сейчас набрал. Ой, они сейчас покапают на нас, на всех. Полные ведра. Скажи, здесь людей не появлялось сроду. Это навоз. Слушай, а мы сейчас можем там обойти и сфоткать, как мы сфоткали через забор. Тут уже время. Сейчас это все. Сколько их? Ну вот мы и подобрались поближе этого здания. Когда-то здесь был сахарный завод, было много сахара. Работало много людей. Когда-то очень-очень давно. А теперь это здание просто стоит. Ну хорошо, хоть не огорождено. Хотя, в принципе, могли из него сделать музей. Но, наверное, это очень сложно сейчас. Делать музей из него. Восстанавливать очень сложно. Ну, тут какой красивый маленький домик. И к нему пристройчик. С маленькими окошками. Туда уже кто-то ходил. Там все развалено. А, сразу этажи видны, лестницы. Интересно, что же с ним произошло? Что он закрылся? А там прям даже крыша сломалась. Через окна видно. Снег лежит. Деревья растут. Окошки. Гаражи. Все такое старое. Как будто попадаешь в советские времена. И запах здесь даже такой. Старый. Запах такой старины. Помню, я ждал, приезжал, я смотрел, мне родители говорили, вон какой старый завод, давно построен. Ух ты. А видно, что старинная архитектура. Ну все развалилось. А архитектура красивая, если вот так вот сносить, жалко, допустим, вот это здание.
Ну да. Ну, пойдем обратно, там еще два здания на вход, которые были. Что я знаю, сюда гонишь меня. Лескондитерский комбинат. Комбинат. Вон ты что не заметил. Куда? Поближе подойдем, вот заодно. Ну, Жень, что ли, а ты говоришь восток? Я вон смотрю. А я тебе говорю, вон смотри, какой красивый заборчик. Я не знаю. Пойдем, где? А там вдалеке, смотри, поля видны. Все, иди. Пойдем память.